Пресвященного Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергиевы Лавры, Священного Архимандрита, да помянем Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический и монашеский чин и притча церковный, настоятеля и братью святого храма сего, строителей, благоукрасителей, жертвователей святого храма сего, где поющих и труждающихся, и вас всех, православных христиан, да помянет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.